Юные ивановцы знают о своих правах. Это подтвердили итоги 16-го конкурса по вопросам избирательного права и процесса. В этом году участников было 120, из них 30 педагогов, остальные – школьники и студенты. Нестандартный подход особенно ценится жюри. Участники представили работы в виде презентаций, учебных фильмов, викторин, КВН и даже спектакля. По итогам конкурсная комиссия определила победителей в трех номинациях – среди учеников, студентов и педагогов. Все работы победителей будут рекомендованы Департаменту образования Ивановской области для изучения и реализации в школах и вузах города. Нам бы хотелось достигнуть цели этого конкурса, чтобы непосредственно со школьной скамьи наши дети учили основы избирательного права и процесса, а в средних и высших учебных заведениях эти знания углублялись, и они выходили в общественную жизнь уже подготовленными.